Всем привет, меня зовут Василиса, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео хочу показать вам, как я делаю свой зимний макияж. На самом деле, я никогда в своей жизни не делала какую-то именно повторяющуюся рутину. Но в этом году у меня прям одинаковый макияж, прям один и тот же образ. И мне он очень нравится, и мне не хочется его менять пока что. Поэтому я решила им с вами поделиться. Надеюсь, что вам понравится это видео. И давайте смотреть. В качестве базы я использую вот такую миниатюрку крема от Clinique Pepstat. Это очень классный крем. Я купила миниатюрку, чтобы как бы более убедиться в нем. Мне пока он очень нравится. Может, когда у меня закончится, я куплю большой вариант. Но здесь достаточно много продукта. Я пальчиком наношу на Т-зону, то есть глаза вверх. И вот что не наношу. Пальчиками просто по всему лицу его распределяю. Теперь я буду делать тон, но перед этим кое-что расскажу. Недавно мне пришел набор, который я заказала, опять же, на Черную пятницу. Это кисточки от Зоева, которыми я просто теперь постоянно пользуюсь. Ни один мой макияж не обходится без этих кисточек. И я настолько влюблена в их качество, просто шикарное. И тон я накладываю вот такой вот кисточкой от Зоева. Номер у нее 102 финиш. И использую два тональных крема. Первый это от Rimmel London, который вы все знаете. И второй это CC крем от Chanel. Он темный. И когда я их смешиваю вместе вот с этим самым светлым Rimmel London и с темным, получается идеальный тон. И я не выгляжу такой белой, как я выгляжу обычно. Кисточкой просто на руке их смешиваю. Далее я делаю брови. Делаю палеточкой от NYX. Брови являются, мне кажется, ключевым в этом макияже, потому что им я уделяю больше времени сейчас. То есть я прям работаю над ними дольше, чем даже над глазами и над тоном. Я сначала беру немножко воска на кисточку, потом смешиваю вот эти две тенюшки между собой и наношу. Затем я подчесываю брови вверх и делаю их снизу. Я беру такой нежно-розовый карандаш от Essence. Я провожу вокруг бровей по контуру, если можно сделать такую линию под бровями. Как бы обрисовываю их вокруг. Беру кисточку от Зоева, называется 142, растушевываю этот карандаш. Далее я беру прозрачный гель от Art Visage для бровей и причесываю брови вверх, укладываю их. Далее я делаю глаза, и для глаз я использую вот такие водостойкие тени от Clarins, оттеночек 01, и наношу на все подвижное веко. Не знаю, как описать этот оттенок, но он немножко, может быть, даже бронзовый, и девушкам, у которых голубые глаза, он подойдет определенно. Немножко ко внутреннему уголку глаз. Теперь я закручиваю ресницы.
И теперь тушь, от которой я просто без ума. Я, на самом деле, в последнее время начала обижаться на свои ресницы, потому что мне казалось, что они какие-то стали короткие, мне вообще не нравилось. И казалось, что просто что-то тушами у меня было не так. Но когда мне просто дали в парфюмерном магазине пробник этой туши, когда я ее попробовала дома, я думаю, господи, мои ресницы ко мне вернулись. Это тушь от Clarins, это, видимо, их новинка 01. Хорошо, как обычно, ничего вообще в технике нету нового и какого-то особенного. Вот в уголке очень мне нравится красить ресниц. Теперь консилер. Консилер я использую от MAC, причем в последнее время я им очень редко пользовалась, но когда пришли кисточки от Zoeva, я попробовала нанести этот консилер кисточкой, и мне безумно просто понравилось, поэтому я теперь им достаточно часто пользуюсь, и мне кажется, скоро я его как раз добью кисточкой, просто растушевываю. Конечно, я буду делать контуринг, без контуринга вообще никуда. Использую также NYX Taupe. Теперь очень прикольные румяна Кушон от Миша. И на яблочке. Так и так. И готова идти. Получается очень милый такой румянец, как будто бы ты такой пришел только с мороза, а ты даже из квартиры не выходи. И теперь я буду использовать хайлайтер. Хайлайтер от Essence, любимый хайлайтер. Также теперь наношу его кисточкой, а не пальчиками. Очень мне нравится. Вот сюда, таким, над скулой. Нет. Для губ я буду использовать вот такую помаду от Буржуа. Это даже не помада, это, мне кажется, как тинт. Оттенок 08. Он выглядит темный очень в упаковке, но сейчас вы увидите, как он выглядит на губах. Что ж, на этом мой макияж завершен. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, поставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Все продукты, которые я использовала в этом видео, вы найдете в описании. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.